Всем Всем привет! привет! Если вы смотрели часть Майнкрафта, Если вы смотрели наше лото Майнкрафте, то вы должны знать правила. А если нет, то переходите вот здесь или вот здесь. Вот будет ярчочек такой на ссылку. Ссылка на эту серию. Так что переходите, смотрите обязательно. А те, кто не хочет переходить, переходите в любом случае. Мы не будем объяснять. Ладно, сегодня... Сегодня у нас такой челлендж. Мы в середине карты, ну, полета автобуса прыгнем в разные стороны. Один влево, другой вправо. И кто первый найдет снайперку... Мины. И банан. И банан. У кого у первого будет в инвентаре... Поехала куда-то. Тот и выиграл. Так, это не Майнкрафт, да? Так, ну вот смотри, как автобус едет, как лучше прыгнем. Давай ты, типа, допустим, ты в сторону поместья полумесяца, а я в сторону полей помешательств. Потому что, блин, или давай реально вот ты сюда прыгнешь, я сюда прыгну. Ой, опять в текстуре. Она меня не слушает. Вы видели, я опять в текстуре. Ты в сторону руин, я в сторону Нектаргорода. А. Все. Поплакали, покакали и поехали. Сейчас я проверю, что я пишу. Не пишу. Мина. Снайпер. Банан. Банан всегда сложнее всего найти, потому что он прячется. Хотя вроде у тебя там... Император банан где-то хуй. Это да. Но я к нему не приду. Либо потом. А тут еще, знаете, в этих испытаниях сложнее, чем в Майнкрафте, потому что тут еще и грохнуть могут. Да. Потому что у меня 5 человек падают. Ну, 4. И я. Так если тебя грохнут, то не спасаем, а выполняем задание. Прикинь, меня в полете убить пытаются. У меня уже как будто за мной охота жесткая идет. А я еще ничего не делал. Блин, банан. Банан, банан. Дайте аптеку, ребят. Я просто упал, у меня уже 44 хп осталось. Меня в полете убили. Мины я нашла. Да. О! Патроны для снайпа я нашла. Ну, уже что-то я начала, поэтому... Как всегда. Не, девочка, сегодня я ее обгоню. Может, ключи куплю, может, на всякий случай, может быть. Ну, мы же, в принципе, катку можем. Там кто-то ходит. Мне другой поделить. Я хоть не одна, я наняла челик. Это же не один душе с тобой. Да серьезно, снайперка попасть-то не хочет? Вот прям не специально, ни одной коробки с фруктами. Хотя на заправке всегда их по 1000 лежит. Ладно, пацаны, рискуем. О, коробка. Банан! Бам-бам-бам-бам. Не, его на дробовик меня не будет. Давай, давай. Главное не съесть, потому что у меня мало жизни. Хотя считается же, что я нашел все хорошо? О, а у меня тоже патроны на снайпер. О, птичка. Кого ты стреляешь? Блин, тебя надо было убить. Сука! Почему? Что у него снайпа? Жестко.
Блин, ну какая-то драка была не максимально. Короче, надо отсюда сваливать, потому что тут уже все было там. О, не все. Ах, надежда была. Это не так. Ну, открыть зону, это я самоубийца, если я зону пойдет. Ну, кукуруза! У нас пока 1-1, да, получается? Угу. А должно было быть 2-0. Так, возможно, меня грохнут. А, стройка же есть. Почему поляк помешать стоит так много? Сюда летит? Нет. Нет, там будет своя войнушка. Я не мешаю никак. Да? И хоть другой зелененький нашел. Снайпа! Собака реально. Прикинь, где я нашла случайных автоматов. Поздравляю. 2-1, ребят. Держимся. Банан мне осталось найти. Я знаю, где его искать. Банана. Ну почему нет снайперки? Ну почему же ты не берешь? Могу быть пришли. Так, лутаем все возможные. Рады снайпера еще. Сел! Сел, я сказала. Мы опаздываем. А ты серьезно? Столько сундуков, а ни одной снайперки. А ты еще этот не нашел? Ты только банан не нашел? Не, не нашел. Или... Ай, бля. Я больше боюсь за снайперку. Но я, в принципе, все буду туда стоять. Пока 0-0. Где ты вообще находишь? А, ты далеко пока. Так, ребятки, ребятки, ну... Здесь тоже делаем ставки, кто победит. Уезжаю отсюда, потому что район кончил. Ни одной снайперки. Я бегу за бананом. И вы знаете, куда я бегу, и он там 100% должен быть. Так что, ну, здесь без вариантов, кто выиграет. Вообще без вариантов. Главное мне доехать в целости и сохранности, а пока... А, это же дуо! Это дуо. Это дуо. Коля крышка, да? Ты уходишь? Я чё? Ты уходишь? Я убегаю, но они могут меня догнать, потому что у них есть политика. Если им не лень, то они меня догонят. Ну, убежим тачку. У меня бы снайпер. А, у меня же еще мины, я же еще и даже не нашел. Что ты? Мины даже не нашел. Блять. Проблема? Да, ламба или фэ. Что тут? Дайте снайпер более-менее, пожалуйста. Пистолет. Особенно. А, мне всю броню сняли. Мне не верим никаких. Серьезно? Хоть одну снайперку можно? Вообще негодяйство, я считаю. Банан! Правда? Ну нет, я до банана иду. А он, наверное, его тут нет. Да, его тут нет. Но, возможно, тут есть эти. Ящики с бананами. Будем надеяться, что нету. 3-1 это очень даже сухо. О, заправка. По кашечках идет банан. Только не знаешь, остался там.
Так, убийство от меня. Че, кто-то нападает? Да. Блин, тут все разлутано. Может, кому-то не нужна была центр? Его выкинули. Блин, не обидно, бананчика нет. Ну кто? Да собака вонючая. Еще нет. Вы победили. Мне не хватает только банан. Очень сложно найти в этом мире. Банан единственный. Ох, это уполь. Хватит. Дурна. Может, разрушить? Блин, там кто-то корону выронил. Я же даже не знаю, где тут искать банан. Чисто рандом. В коробках. О, кстати, может, банан переселился? Смотрим. Банан! Кто-то из них продает банан, я уверена. Потом. Я знаю, кто продает. Возле у тебя чувак продает. Смотри, пожалуйста, продает он банан. Живем мы другие. Я. Ну, я что-то соревнуемся. Ну, помочь, что можно, друг. А в этих ходуках не может выпасть снайперки? А, может. Нет. Да, Юрий. Не стреляй. Будь ты человеком. Так, это мне сейчас понравилось. Ты по мне, что ли, стрелял? Не, я далеко вообще. А вы что-то продаете? Просто разговариваю с тобой? А если мне не хочется? Ясно. Обидно. Я в этом плане сказал. Я просто случайно приехал на ту же локацию. Просто так. Идиот. Можно было все взломать, но я боюсь. Гранаты, ну что? А не было у тебя? Я бы ее второй раз нашла. Поздравляю. А я пока катаюсь. А мне нужны гранаты. Дом открыт, значит, кто-то уже был. Я поехал. Да ровно едь, ёп. Не стреляйте, пожалуйста, у меня челлендж. По-братски. Я даже пешком побегу. Стреляй? Снайперка. Серьезно? Угу. Блин, чё, минки остались, но тебе легче. Мне казалось, что банан легче сломать. Я не знаю, где банан. Ты чувствуешь банан, а я не чувствую банана. Я чувствую, что... Сыпа. Скоро буря, а я... Лазил. Я уже второй раз нахожу все предметы по два. Лазил в доме. Не скоро буря, уже буря, уже буря, уже буря. Убежи, 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 убежи. А, еще 50 секунд. Ну, гранаты это самое сложное для меня, по крайней мере. А, мне еще бен скончается. Ну там что? Это нужно какой-то сундук прям такой найти удобненький. Да блять! Нет? А я не найду банан. Почему? Я походу перку взяла, где берется гранаты, видишь, они из всего вылезают. Блин, старайся им стать делать. Банан же еще он PC можно покупать. Снайперку продаю.
А подожди, а ты отсюда можно тоже без грамоты? Номер 19 лучше. Я еще ни одного человека не убил. Я даже, ну я два раза встретил четко. Я на устройстве. А, зачем это? Я не найду банан. Ну, если я увижу банан, я тебе его тыкну, добежу. Нет! Ну, какая разница? Большая разница. Я хочу сама найти банан. Да мне кажется, вот эти мины, они попадают в секрет, потому что я просто полезно. Просто банан попадается очень. Так, если что, я даже свалить не смогу, получу кринтелин. Ну, пофигу. Блин, а нам бы кого-то убить? А, кто 8. Ну, вообще-то нужно убить. Не смотри, так тебя кокнут. Три устранения сделать. Ну, один из нас должен кринтелин. Я пришла в новый Никтогород. Я, кстати, три раза у него проезжал. Это нормально. Банан там есть? Возможно. Да зачем ты сделал пару выстрелов и убегаешь? Я убила одного, тебе еще двоих не убить. Серьезно, я кучу всего нашел, ну типа вот этой штуки золотой. Банан есть у тебя? А граната? Ты гранатомет? Гранатомет один. Блин, я надо терпеть. Это было очень тупо, это был бот! Он просто бежал, я в него стрельнул со снайперкой, и он продолжил бежать. Еще одного надо убить. А, вон она сидит на ней. Это ты? Ты здесь рядом? Нет, два чёрта. Да, я здесь рядом. Я убила. Офигеть, мы с тобой вместе. Ой, бля. Где? Это бот. Почему его бота нет? Надо найти его, надо понять, где он находится. Банан! Это ты кинул! Не надо! И нет! Но нам уже надо выиграть, уже 6... Тихо, сзади! Ты выиграла в любом случае, просто я не найду. Ага, вон он. Все, окей, я нашла. Я пью, потому что мне плохо. Чего в меня стреляешь? А где чел, я не понимаю. Ты что, загрела всех? Ну, случайно. Уходим, а у тебя уже 4 кило, так что поехали отсюда, садись. Все, я взяла банан, дай мне хоть не взять банан. Я выиграл, окей. Давайте еще топ-1 возьмем, вообще мощный, если она перестанет танцевать. Там. Я не знаю, что мне взять. Пять человек осталось. Это будет красиво, если мы хотя бы топ-1 возьмем. Никак. Не мы возьмем топ-1. Снайпера вижу справа. Снесла 105. Вот здесь. Понял, понял. Снесла еще 105. Блин, жалко, что радости снайпера нет. У меня есть, разбей, пожалуйста. Не ссы. Идет на нас, пошел на нас. Где он? Блять. Забрал. Красавчик. Бля, вот бы успеть, вот бы успеть. Она косая, это повезло.
Это не он, это наш бот убегает. Банка есть? На. Он тут, вот он. Бля, есть у тебя лечиться чем? Банку я тебе кинул. А, спасибо. Буря идет. А, никто с тобой будет. Где-то чел был. Блин, я под белую прям пиздец. Это ты с короной? Да, да, да. Бот его почувствует, надо реагировать. Ты видишь? Вижу стройку. Бот сразу начнет стрелять по нему. Да, он уже там. Просто их, ну, двое, значит, это разные команды. Значит, так легче подбить. Блин, рады снайпера просто, ну уже ладно. Ну, уже не вижу. Ну, ты делай его другой чел. Тихо, здесь чел. Я упал. Нашел? Угу. Красавчик. Ребят, держимся. Один остался. Главное, чтобы он сейчас нас не зашашлычил. Я, наверное, пойду в круг. Ага, надо побегать, получается. Заодно ищи его. У меня, если у меня чел остался, да, мой чел остался, он должен сканировать. В горы прям идем? Да, в горы идем. Даже. Блин, тут супер котлета не осталось какая-нибудь. А ты чё не знаешь? Давай, мой чел, ты где? Сканируй. Ты быстро. Телепортируйся. Ты ему прикажи, он вернется. Не, он идет. Блин, я очень боюсь, что он где-нибудь на горе сидит, сейчас такой... Не, он не сидит на горе, это точно? Он сейчас сдохнет, мне кажется. Нам нужна новая... Давай, сканируй. Он только в новой локации будет, это не локация. Ага. 105 снесла. Откуда? Все. У меня была радость снайпера. Ребят, челлендж окончен. Еще и топ-1 взяли. У меня еще и коронованная. Чаечек? Лучшая. Let's go! Всем пока! Я не могу, прикинь. А, все, могу. Всем пока, скажи. Всем пока! Блин, это вот это хорошее было, вот это хорошее было. Надо вот тут. Хочу купить. Зачем? Все, да, выходим. Еще я правда.